Выставка «Величие душа моя Господа», которая проходит в Донецком областном художественном музее, объединила в своей экспозиции иконы так называемой «богородичной иконографии», а также старопечатные и рукописные книги 17-го – начала 20 веков. Вообще, 17-е столетие считается золотым веком русского книгопечатания, и экспонаты нынешней выставки подтверждают это. На экспозиции представлены уникальные книги и рукописи. Выставка – это из фондов нашего музея, но приняли участие в организации этой выставки и реставраторы Киева, Львова. Что касается наиболее интересных экспонатов, это в первую очередь наиболее древние книги. Это актоих и каноник 1648-1646 года создания. Это книги, представляющие Московский печатный двор, наиболее крупную типографию на восточнославянских землях того времени. 17 век считается золотым веком книгопечатания. Иконы, выставленные на экспозиции, представляют различные школы иконописи, как украинские, так и российские. Среди экспонатов известная икона в защиту Руси от вражеских нашествий, Богоматерь Знамения Курская Коренная. Подлинник этой иконы является главной святыней Русской зарубежной православной церкви. Иконы представляют различные иконописные традиции как Украины, так и России, и различные иконописные школы. В первую очередь Украины, иконы центральной части Украины, это Полтавщина, западной части Украины, Галичина, и слобожанские иконы, это восток Украины. Далее, иконы России, это иконы Курска, иконы русского севера, Иверии, это юг России, ну да, Грузия. Сейчас, ну, вот так считается, что эта икона хранит южные рубежи России. Основной целью экспозиции является желание привлечь внимание жителей региона и гостей города к нашей культуре и истории, в основе которой лежит православная вера. Сергей Болдырев, Александр Худалий, Первый муниципальный.